Привет, с вами Олег Кучеренко и проект Hotline Video. Сегодня на студии имиджевый компакт в металлическом корпусе Canon IXUS 115HS. Корпус полностью выполнен из металла, боковые грани скошены, и за счет этого аппарат кажется еще компактнее. Он влезет в любой, даже самый маленький кармашек, а вы не будете беспокоиться, что раздавите его благодаря прочному корпусу. А вот с удобством удержания могут быть проблемы. При весе 140 грамм и отсутствии каких-либо наплывов под руку есть опасность выронить устройство в самый ответственный момент. Это инженерная мысль или просто дизайн? Выступающая надпись Canon на передней грани помогает чуть увереннее держать хват. Сверху расположены рычаг переключения между автоматическим и всеми остальными режимами, кнопка включения и спуска затвора, совмещенная с рычагом оптического трансфокатора. Встроенная вспышка находится вблизи оптической оси объектива, поэтому функция уменьшения эффекта красных глаз будет как нельзя кстати. Практически вся задняя панель занята 3-дюймовым дисплеем с отличными показателями яркости и контрастности и великолепными углами обзора во всех плоскостях. Справа от него 5-позиционный блок управляющих клавиш, кнопка просмотра снимков, доступа к основному меню и клавиша записи видео. Справа под заглушкой вход для датакабеля и HDMI порт. Снизу находится металлическое штативное гнездо, испаренный отсек для карты памяти SD и батареи емкостью 760 мАч, которой хватит на 250-300 снимков. Основное меню выполнено по классической схеме и дает доступ к набору необходимых настроек. Функциональная клавиша предоставляет возможность быстро управлять настройками замера, фильтров, баланса белого, чувствительности, разнообразными сценами, таймером спуска, качеством снимков и режимами записи видео. Четырехкратный зум-объектив обладает диапазоном фокусных расстояний от достаточно широких 28 до 112 мм и оптической стабилизации изображения. В Canon IXUS 115HS установлен 12-мегапиксельный CMOS-сенсор с диапазоном чувствительности от 100 до 3200 единиц. В полном разрешении серийная съемка не поражает воображение своей быстротой. А вот в специальном режиме со снижением разрешения до 3 мегапикселей она может обставить и многие зеркалки. В хороших условиях снимки получаются с хорошей цветопередачей. Баланс белого работает достаточно адекватно. При недостаточной освещенности камера также показывает себя неплохо. Приемлемый результат можно получить вплоть до ISO 800. Большее значение пока что исключительно маркетинговый ход в компактных аппаратах. IXUS 115HS умеет записывать видео в Full HD формате. Во время записи не работает ни оптическая трансфокация, ни фокусировка, но возможно цифровое увеличение. С учетом изначально большого размера кадра, это дает неплохие результаты, а плавность цифрового зума всегда будет выше оптического. Доступны также скоростные режимы видео с частотой 240 или 120 кадров за секунду в сниженном разрешении. В Canon IXUS 115HS влюбляешься с первого взгляда. Крепкий стильный металлический корпус, множество режимов, сочные снимки и функциональный режим видео не разочаруют ожидания требовательного покупателя.